Привет, мой дорогой Олен. Дорогой Хасай Магомедович, физключ привет. Физключ привет. Физключ привет. Слушай, да. Я так радуюсь и так горжусь, когда вижу твои ролики, которые ты выставляешь. Так коротко, четко, понятно все говоришь. Значит, понимаешь, о чем говоришь. Ну, спасибо вам на добром слове. Спасибо. Мне очень это важно. Мне же очень это важно, ваша оценка, конечно. Вы же у нас это самое, правофланговый, так сказать. И очень важна ваша оценка. Ну, ты посмотри, какой у меня сын. О, какой молодец. Слушай, Олег, я что тебе хотел сказать? Мы сейчас с Шейлой будем вебинар проводить. Там она даст новый прием, я дам там новый прием. Там будет практика, мы пригласим Zoom там людей, которые выйдут, будем помогать им, давать советы и так далее, и так далее. Я бы хотел, чтобы ты тоже туда вышел. Или ты хочешь, чтобы мы с тобой отдельный вебинар сделали? Да я просто настаиваю, Хасай Магомедович. Там должно быть три спикера, вы, я и Шейла Хасаевна. Вы что? Ну, молодец. Все, это все. Же ничего себе будет, вебинар, ничего себе. Вот именно. Вот именно, и... однако. Однако, кстати. Да. Понимаешь ли? Между прочим. Ну, это шутки, да. Все да. Знают, что мы шутники. Мы шутники. Молодец. Давай. Хорошо, ладно. До встречи. Я даже, наверное, немножко что-то придумал, пока не расскажу. И, может быть, мой кусочек, моя вставка в общее дело, может быть, это даже, может быть, будет типа какой-то разминки тоже сначала, чтобы потом уже наши уважаемые подписчики были расположены, информацию получали и принимали полноценней, уже без стресса. И сами могли будет больше. Потом... Эффекта будет больше. В конце будет радости больше. Радости жизни будет больше. Правильно. Как ты говоришь, живи ярче. А это можно... Снимите стресс, живите ярче. Да. Правильно. Давай. До встречи. Всем привет. Улыбнитесь.